Всем привет, у микрофона Вилли, ребятушки, сегодня у нас будет бомбический видос. Вы меня просили очень часто: Вилли, а сравни кейсы в Stand of 2 с кейсами на steadydrop.ru. Ну что, да без проблем, сейчас я нахожусь в Stand of 2 и закупаю кейсики на 3000 голды. Значит, получается, давайте так сделаем: 10 у нас Origin кейсов, 10 Furious кейсов, давайте 10 Furious кейсов и 10 Rival кейсов. Ребятушки, ну, за такую проверочку можно и лайк поставить, а если вы даже не подписаны на канал, то подписаться с колокольчиком, это надо 100% сделать. Итак, окей, 30 кейсов в Stand of 2 мы сейчас будем открывать, посмотрим, какой мне лут выпадет. Давайте будем ориентироваться, ну, на арканы можно ориентироваться, но можно, в принципе, ориентироваться также и на легендарочки. А сейчас я открываю кейсы в Stand of 2, потом мы полетим на steadydrop, и там откроем кейсы на такую же сумму. Итак, погнали! Погнали открывать кейсы. Допустим, Origin кейс, погнали с них начнем. Погнали, начнем с них. Origin кейсик. Первый кейсик открываем. Падает, что? Кэр Пиксит. О, статрек Пиксит, пойдет. Дальше погнали открывать. Origin кейсик. Погнали, погнали. Что нам сейчас выпадет? Некромантер. Ну, че-то меня Origin кейс в последнее время радует. Давайте открываем дальше. Открываем дальше и смотрим, что же нам сейчас выпадет. Еще некромантер. Оу. Мне кажется, steadydrop.ru, тебе придется, ну, прям все силы показать, чтобы нормальный дроп выпал. Итак, окей, снова АКР-12 и снова статрек. Мы открыли 4 Origin кейса, нам выпало 2 некромансера и 2 АКР-12 пиксель, камуфляж, статрек. Неплохо, неплохо, неплохо. Давайте, пока что кейсы в Stand of 2 меня радуют. Айнцент пролетает только что. Только что мы потеряли нож. Итак, ладно, еще один феникс статрек. Что-то много статреков падают, ребятушки. Прям реально много. Очень и очень много. Что-то я давно кейсы не открывал в стендофе. Лол, погнали дальше. Итак, Origin, давай, чуть-чуть. Нож какой-нибудь, может быть. Если ты будешь статрек, это будет очень смешно. Нет, слушайте, обычный. Окей. Открываем дальше, крутим дальше Origin кейс. Ах, падают, что-то падают на синешки, ребятушки, ну-ка, Origin кейс, давай, так хорошо шли, начало такое было хорошее, Pathfinder мне еще дали, зачем мне Pathfinder? Господь Иисус, Origin, чё, вот я только похвалил Origin кейс, ну вот, рядом же нож был, ну, Stand of 2, ладно. Открыли 10 Origin кейсов, из них 2 некромансера, 300 так пушки, но окей, еще гуль есть. Переходим к Furious кейсу. Переходим к Furious кейсу. Смотрим, что у нас сейчас будет с Furious кейса. Итак, это M4 Pro. Опять синька. Может быть, потому что я не... А хотя, если я буду сейчас, короче, это бустить на ножи, наверное, битва Stand of 2 и Steady кейс будет нечестно. Потом давайте мы не будем крутить ножи. Мы не будем здесь... мы не будем бустить кейс на ножи. Так, падает АКР Спорт. Окей. Падает АКР Спорт, ну, в принципе, лут, типа, знаете, это среднячок, типа, синьки, статрек, бывают леги, для steadydrop, для Stand of 2 это норм, для Stand of 2 это норм, вот Famous Beagle выпал, кстати, Famous Beagle выпал, помню, когда я только начал открывать кейс, ребятушки, мне падали очень много ножей, а сейчас что-то... Ну как бы чё, Stand of 2, красавцы, спасибо. Годнотулечку там мне дали, ну наконец-то, Керамбит Юниверс падает с кейсика, прям, ма-ма, шикарно. Ну чё, ребятки, выпал нож с обычного кейса, за это надо точно поставить лукасик. Так, это там у нас дальше Desert Eagle Red Dragon, погнали дальше открывать Furious кейсы. Чуваки, Furious кейсы завозят прям шикарно, хорошо. Так, АВМ гир падает. Вот они пошли, наконец-то уже годные скины. Хорошо, наконец-то годные скины выпали. Так, о чем еще что-нибудь будет интересно? Famous Beagle. Famous Beagle тоже падает. Открываем последний Furious кейс. Открываем последний Furious кейс, и нам выпадает Нувинджит. Слушайте, вот Furious кейс показал неплохо себя. Дальше у нас Rival кейсы. 10 Rival кейсов. Погнали открывать Rival кейсики, ребятушки. Итак, P350 Rally нам падает. Статрек, прошу заметить, статрек. Дальше, Rival кейсик следующий. Открываем, смотрим, что у нас сейчас будет интересного.
А это у нас Desert Eagle. О, 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 ну неплохо, ну неплохо. Эпик падает, хорошо. Открываем дальше. Открываем, открываем дальше. Смотрим, что сейчас выпадет. MP7 Offroad. Статрек, вот это неплохо. Не, слушайте, я думал, сейчас я открою 30 кейсиков, с этих кейсиков мне выпадет какой-то шлак. Ну, слушайте, всякие статреки падают, нож выпал, керамбит, тоже прям вообще 10 из 10 вин-вин. MP7 Offroad, еще один падает, окей, эпики, вот эпики хорошо заводят, нормально. Так, давай дальше, у нас еще остались пару кейсиков, и дальше мы идем на стеди дроп и открываем там... кейсики. Так, P350 ралли. Окей, 4 райвел кейса, ребята, осталось 4. 4 райвел кейса. Опять не падает Desert Eagle Dragon Glass. Desert Eagle Dragon Glass. Дальше. Открываем дальше. Ну-ка, стендов. Давай, что-нибудь еще там под конь. О! Ну да, ну и надо. Ну, Экер Некромантер тоже получил. Хорошо. Хорошо. Не, все, вели радостно. Давайте, райвел кейсик следующий. Так, Фамас Халл Статрек, дай-ка я угадаю. Нет, ну что-то как-то уже странно. И последний Райвел Кейсик открываем, смотрим, что нам сейчас дадут интересное. И нам выпало MP7 Offroad. Хорошо, подведем итоги, сколько у нас стоит Керамбит Юниверс. Мы, кстати, окупились на стендов 2, мы окупились. Мы потратили 2000 рублей. Мы потратили 2000 рублей, поэтому давайте мы откроем на 2000 рублей кейсы на стеди дропе. По-моему, будет очень честно. Погнали. Итак, ребятушки, я на steadydrop.ru. Ссылочка, как всегда, в описании. Также там, ребятушки, есть промокодик, который увеличивает ваш первый депозит в 2 раза. Итак, на стендофе мы открыли, значит, мы закупились голдой на 2000 рублей, открыли 30 кейсов, и нам выпал нож. Хорошо. Значит, теперь мы на этом сайте на 2000 рублей открываем кейсы. Погнали, давайте, заглянем. Начнем мы также с Origin кейсов. Откроем, давайте, сразу пятюнечку, потому что мы можем. Пятюнечку открываем сразу же. Ну и погнали, 275 рублей открыть обычно. Погнали, посмотрим, сколько выпадет интересных скинчиков. Может быть, сколько ножей выпадет. Поэтому, если сейчас нам выпадет какой-нибудь годный лут, годный дроп, то тут точно за стеди дроп... Ой-ой-ой-ой-ой! Серьезно? Сразу нож, скретч! Кого? Я первых 5 кейсов открыл. И тут сразу нож М9 байонет скретч. Так, давайте подсчет. Я, конечно, не силен, ребята, в математике. 275 рублей мы открыли за 5 кейсов. Выбили нож 2190. Интересно. Ну, ребятушки, я думаю, что вам становится все понятнее и понятнее, да? Ну, погнали, ладно, погнали, Furious кейс откроем, давайте так, то есть Origin кейс нас уже окупил, прям вин-вин. Так, 275 рублей, Origin, точнее, Furious кейс открываем, погнали, погнали открывать. Так, чё, я не в наушниках, алло, где мои наушники? Так, все, погнали. Смотрим. Так, ну, с первых 5 кейсов там явно вин-вин, смотрим, что... Ой, вот, чуваки, если был бы Dragon Glass... Я уверен, что это была бы какая-то подкрутка. Но нет, Dragon Glass'а нет. За то, что у нас есть AVM Scratch. У нас есть AVM Scratch, статрек у нас есть. О, это... А, слушайте, P350 Forest Prize, это Аркана. То есть мы и эти 5 кейсов купили. Что? Так, Shark статрек еще выпал. Камон. Ладно, это мы здесь тоже купились. Так, окей. Не, ну если сейчас меня еще и Rival купит, но это уже как бы надо, знаете, это как подозрительная сова я буду смотреть. Давайте посмотрим. Открываем обычно 275 Rival Case. Rival Case, погнали. 5 штучек открываем. Вот, ребята, именно вот на этом сайте я открываю кейсы для прокачки инвентаря под... Что? Кого? Хотя, ладно, это не самый дорогой нож. G-команда Ancent. Так, короче, 3 кейса сразу же меня купили. Ну, чуваки, на самом деле, я так и думал, что будет выгоднее на steadydrop.ru. Всегда открываю кейсы на рубрике прокачка инвентаря подписчику. И те, кто смотрит эту рубрику, всегда знают, что без какой-то арканы я на этом сайте не выхожу. То есть, без Б. Ладненько, что у нас тут есть? Короче, у меня есть 4000 рублей еще на аккаунте.
так-то выходить с такой суммой не очень хорошо. Я на самом деле человек азартный, честно говорю, я человек азартный. И когда здесь появилась игра минер, я такой говорю: о, нормальная игра минер. Сразу косарик на минер поставлю. Тупо, почему бы и нет, потому что меня три кейса сразу же окупило. И я такой, типа, ну бабки есть лишние, можно, значит, и поминерить. Так, значит, косарь вложил, это коэффициент умножения. Погнали, до двоечки дойдем, и, значит, все будет четенько. Давайте сюда зайдем, да, и до двоечки. Нормально, все, два косаря забираем. Пойдет. Перец сегодня у нас удачливый даже. Я сегодня удачливый даже на минере. Ну и погнали, контракты что-нибудь сделаем. У меня, возможно, есть какие-нибудь... По-моему, у меня есть какие-нибудь еще оружки, чтобы сделать контракт. Возможно, я еще один нож получу. Давайте Forest Spirit возьмем. Давайте возьмем, знаете что? Винджет возьмем. Нифига, у меня горло, а точнее голос начинает пропадать. Так, это что-то не очень хорошо, потому что я стрим сегодня проводил и кричал. Так, погнали. Все закинул? Да, все закинул. Погнали контракт. Мы получим предмет или 346 рублей, либо за косарь 386. Ну, то есть от и до. И если это будет нож, это будет смешно. Так, а что, у меня вообще других дорогих скинов здесь нет? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Нет, ладно, делаем контракт, смотрим. Если будет Treasure Hunter, я просто буду угорать. Treasure Hunter, да? Treasure Hunter? О, нет, NES, да еще и статрек. Ну, слушайте. Ну, ладно, мы тут в минусе ушли, потому что это крафт. Пацаны, крафты, это чисто... это чисто повезет или не повезет. Ладненько, ладненько. Ну, ребятушки, что я могу сказать? Да чем я могу сказать? Вы и так знаете, что steadydrop.ru это лучший сайт по открытию кейсов. Вы и так это знаете, камон. Тут даже есть я такой: о, кейс Веля, можно открыть пятюню кейса Веля. Давайте посмотрим. Ну, слушайте, когда вот на Standoff 2, короче, мне выпал нож, я такой думаю: так, ну все, steadydrop.ru нужно реально попотеть. Ну, steadydrop попотел и выдал мне два ножа. Отлично, так, чё? Ох, вот если бы был бы Scratch, так, ну сейчас, ну это Care Treasure Hunter, все. Еще выпал и еще я окупился. Ну погнали, все, пацаны, сразу здесь все сразу видно, ребятушки. steadydrop.ru, ссылочка в описании. Это всем говорю, всем советую, вам тоже советую открывать кейсы на steadydrop.ru, потому что, ну вы сами это видели, камон, даже слепой не, типа, даже слепой знает, что steadydrop.ru это окуп. Ну а с вами был Веля, лайк, подписка с колокольчиком, комментарий. Всем удачи и всем пока, ребят.